Здравствуйте, я Бутырин Андрей. Живу в Кирове, все хорошо. Этот участник проекта способен приковать к себе внимание не только за счет вокала, но и всей своей неординарностью. Ну что сказать, работаем. Центральный рынок. Торгуем большой рыбой. Вкусной, очень вкусной. Его выступления заставляют и слушать, и удивляться, и улыбаться. Все могут короли, все могут короли. Репертуар исполняемых Андреем песен так же широк, как и вся его загадочная душа. Однако современную эстраду он практически не признает. Сиси Кейдж, Модер Токен, Бэйд Бойс Блюд, Ямаха, Ямасо, это наша молодость. Lucky is the child and everywhere I go. Я смогу спеть, как Кика Бидзе могу спеть. Мои года, мое богатство. Сердючку там, ну, как бы, ну, посмеяться, как, ну, вот, ну, так вот, там, вот, свеча горела. Как говорит сам герой, его коронная фишка – это смех. И если смех продлевает жизнь, то по нашим подсчетам в одной песне он может насмеяться на дополнительных 5 минут. Чего ожидать от его будущего выступления, остается лишь гадать. Впрочем, к сюрпризам мы готовы. Дома пою, играю на нервах. А я не знаю почему, а ты мне нравишься. Сама не знаю почему, но ты мне нравишься. Сама себе вчера гадала. Прежде всего, как нам вас называть? Вера или Андрей все-таки? Вера Андреевна, хорошо. Вот сразу видно, что человек готовился к конкурсу. Только, видимо, неделю. Это было что-то, мы получили просто кучу позитива. Я думаю, что это всех удовлетворило на все 100. Леди Гага и Сердючка могут идти на пенсию. Нам есть чем ответить.